Сегодня в Казахстане произошло грандиозное событие. Ожидалась небольшая встреча с основателем компании Алексом Райнхардом. Примерно 2500 человек посетило это событие. Я думаю, что эти понятия, блокчейн, платин, коин, изменят их жизнь к лучшему. Это супер идея была, это опять-таки идея Алекса, когда мы говорили о том, что соберем мы 3000 человек или нет. Конечно, мы соберем. Мы собрали бы этих людей и без промоушена. Мероприятие в Дубае, это было всемирного значения. И было 3000 человек. Сегодня это Казахстан и бывший СНГ. И 2500 партнеров, людей, новичков, новых потенциальных партнеров. И это просто супер. Эмоции, конечно, переполняют меня. Я верю в эту компанию, в самих истоков. Здесь можно действительно работать, здесь есть перспектива. Я очень рада, что нахожусь сегодня и сейчас в нужном месте. Для меня эта компания очень много значит. В личной моей команде около 2000 человек. Просто колоссальные эмоции. Это колоссальный опыт, когда ты выходишь непосредственно лицо к лицу со своей аудиторией. Полный зал. Великолепные эмоции. Друзья, вебинар у нас будет лучше, эмоций будет больше, и Platin Coin будет шире. The time is now. Platin Coin. Was mich am meisten fasziniert hat an den Menschen hier in Kasachstan ist, sie sind so offen, sie sind so begeistert, sie spüren die Hoffnung, sie wollen an ihrem Leben was ändern und sie sind bereit, dafür auch lange Wege zu gehen, sie sind bereit, dafür Opfer zu bringen. Und ich spüre auch die Verantwortung unserer Company und auch für uns als Leader, ihnen das zurückzugeben, dieses Vertrauen, das sie uns geben. Und ich werde beweisen, Kasachstan wird nicht enttäuscht sein. Platin Coin wird Kasachstan glücklich machen. Это был для новичков бесплатно компания дарит митинг денег, чтобы он изнутри мог понять, зайти себе на страницу, открыть для себя что-то новое, изучить, посмотреть и разобраться в стратегии, в компании. Все, что делает компания, делает только для партнеров. Мы рады, что мы здесь. Я очень рада, что и я, и мои партнеры, находясь здесь, уверены в том, что они в правильном месте. Мечта многих казахстанцев сбылась. Алекс с легкостью прилетел в Казахстан и принял такое молниеносное решение проводить здесь у нас ивенты. И мы чему очень рады. Каждый партнер старается что-то сделать, закрыть какой-то ран, чтобы приехать на ивент, то тут же Дубай или вот будет сейчас Казахстан ивент. Очень важно людям, когда тебя признают, когда ты закрываешь такие большие ранги. Каждый мечтает приехать и показать, что он чего-то стоит, чего-то добился. Мы изменяем свою жизнь и жизнь людей вокруг нас. И это классно. Приходите на ивент, не пожалеете. Наша команда довольна. Лично на эту встречу мы привели 100 новых партнеров, новичков. Процентов 70 были удивлены. Многие, оказывается, даже не слышали о Platin Coin. Вообще мы огромные счастливчики. Связали судьбу с таким проектом во главе с надежным руководителем Алексом. Здорово, когда мы люди разных национальностей, разных цветов кожи. Мы в одном проекте. И на самом деле Platin Coin – это тренд, это будущее, это криптокоин вообще 21 века.